Каким берегам прибивало деньги, уплывшие от российского налогообложения? За месяц уходит в офшоры, например, там 20-30 миллиардов долларов. Кипр как место отдыха и нелегального обогащения. Кипр – первая страна, которая получила предложение изменить соглашение. Что такое офшор и за какие заслуги выдавали золотой паспорт? Обратите внимание на этот любопытный документ. Кому пора сушить сухари? Список тех, кто прятал деньги за границей. Товарищ, выводите деньги из офшор, возвращайте в страну. На каких счетах осело золото, конфискованное большевиками 100 лет назад? Где деньги, Зим? 1400 тонн золота. Это золотой запас Российской империи. И о чем еще молчат офшорные зоны? И к этим тайнам у нас есть код доступа. В четверг в 20:25.